Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут я хотел бы объяснить, что слово «написанное» обращено ко всем, а голос Духа Святого – к отдельной личности. Господи, вот Петр, Твой избранный апостол, не разумеет слова Твоего о том, что спасение Твое от века завещено не только иудеям, но всем людям. И спорит он с Тобою, что никогда не ел ничего нечистого, до тех пор, пока не откроешь Ты ему сам Духом Святым. А когда откроешь ему, то через него и остальные апостолы вдруг прозреют и увидят, что сим согласны и слова пророков. И то, что теперь явилось им новым и необычным, оказывается, уже столетиями хранилось в Твоих предсказаниях и в свитках священных. Как же слепы мы без Духа Твоего! Куда нам без Него? Он и есть тот единственный, кто наставит нас на всякую истину. При этом всем я чувствую себя уверенно только возле Твоих писаний, которые я соблюдаю от юности моей. Но говорить с Тобой боюсь, потому что Ты возьми да и скажи, если же хочешь быть совершенным. И что дальше? Как мне жить после этого Твоего обращения ко мне? Когда богатый юноша Антоний Египетский услышал однажды чтение этого текста в церкви, он понял, что в эту минуту Бог говорит ему продать имение и раздать деньги нищим. Антонию понадобилось несколько дней, чтобы исполнить повеление. Слово, написанное, обращено ко всем, а голос Твой ко мне одному. От слова еще как-то можно укрыться, а от голоса нельзя. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания. Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».